Смотрите, насчет забыть, я вам говорила, забить, да, на ситуацию, на какую-то, забыть человека, забыть ситуацию. Максимально сложно, да, вот, к примеру, было тяжелое детство, был какой-то стресс, авария, да, шок, да, еще что-то. Не могу забыть, да, вот с этим вопросом обращаются ко мне очень много народу, да. На самом деле люди не могут забыть какой-то стрессовый, ну, момент, да, или это разлад, развод, там, измена, ну, там может быть что угодно, да, что я не могу забыть, но что меня мучает, да, от этого я не могу ни спать, ни есть, там, или это постоянно в моей голове, я больше так не могу. Вот этот момент забыть нужно забить.